Для эскиза мурала за идею был взят уникальный геопарк Ундория. Ведь именно у нас, в районе села Ундоры, был найден полупрозрачный, желтых и красноватых оттенков камень, названный симберцитом. Дальше последовала долгая работа над эскизом будущего мурала. Над эскизом, на самом деле, наверное, работал я, месяц. Я сначала раздумывал идею с друзьями, с девушкой. Мы кропотливо над этим думали, мысли перекручивал. И потом уже первый набросок был, потом его корректировал, потом я понял то, что это совсем не то, я переделывал. За несколько дней уже видны первые результаты. Сейчас можно разглядеть эскиз во всю высоту многоэтажки. На ней изображена девушка, камень-симберцит и древний морской обитатель ихтиозавр. Наш мурал называется «Сказочная Ундория». Я думаю, полностью соответствует нашему региону, нашей истории. На мурале будет изображен всеми известный симберцит. Вот, поэтому я считаю, у нас есть все шансы на победы. Художник Марат Петров стал финалистом конкурса «Форм Арт». Это общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на развитие уличного искусства. Конкурс позволяет молодым художникам раскрыть весь свой творческий потенциал и трансформировать городскую среду посредством таких изображений на домах. Даже в незаконченном виде этот рисунок вызывает восторг жильцов многоэтажки и соседних домов. Жильцы с удовольствием согласились. Было проведено голосование в общедомовом чате. Мы все в восторге, с энтузиазмом. Каждый день наблюдаем за работой. А также мы подкармливаем художника, носим ему чай, потому что на улице сентябрь месяц. И для нас, для нашего микрорайона, это целое событие. Такой рисунок. Спасибо. Посмотреть на законченную работу Марата можно будет 25 сентября на бульваре архитекторов 9. Тем временем окончательного победителя фестиваля конкурса выберут в ноябре. Голосование начнется с 30 сентября на сайте formart.pfo.ru. Проголосовать за Марата сможет любой житель города. Финалисты конкурса получат денежные вознаграждения. За первое место 200 тысяч рублей, за второе 150 тысяч рублей и 100 тысяч за третье. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.